Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков очень много, и для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. И надеюсь, вам видео понравится. Вы оставите свои комментарии, лайки. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. А своим постоянным зрителям, мастерам, мастерицам, подписчикам своим отдельный привет, слова благодарности. Разные города, разные страны. Очень приятно. Такие классные, теплые отзывы, комментарии. Спасибо вам огромное. Вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Смотрите, ниточки у нас прежние. Очень понравились. Я так понимаю, по комментариям тоже всем нравится. Вяжется из них легко. Новичкам может быть немножко сложно, да? Но очень классные ниточки. Итак, кто еще их не знает, смотрите, Alize Angora Gold Simli. Так, делаю акцент на названии. Идем дальше. Состав 100 грамм 500 метров. Смотрите, состав 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Вот, видите, как она блестит. Это ниточка металлик. Итак, нам говорит производитель, берите крючок от двоечки до четверочки. То есть вы можете брать 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Как вам удобно будет. Угу. То есть для себя подбирайте. Я для себя подобрала троечку. И меня пока все устраивает, как буду вязать. Смотрите. На картинке, на фотографии производитель показывает, что вот шалька, палантинг. Да? То есть оригинально, классно, интересно смотрится данная ниточка именно в шальках, в палантинах. Но вы можете взять все, что угодно. Вы можете взять шапочки, вы можете взять, например, там снуды, вы можете взять кардиганы, кофточки, неважно. Тут самое главное, чтобы вам ниточка хорошо в руке была и нравилось, как вязать. Цвет. Смотрим. Цвет 71. Ниточка сама по себе такого какого-то грязно-нежно-сиреневого цвета. Но на камеру передается почему-то сереньким. Но ничего страшного. Итак, посмотрим ниточку. Новички, кто еще не вязал, да, из этой ниточки, смотрите. Вот, ниточка такая, не сильно пушистая, но видите, волоски маленькие. Когда будете вязать, они могут цепляться, может быть неудобно, да? И вот она, видите, как расслаивается. 3 ниточки. Вязать удобно, нормально, но когда вы захотите распустить будет сложно. Поэтому заранее предупреждаю, что не торопитесь, вяжите аккуратненько. Так? Если захотите распустить можно. Можно, но сложно. Итак, схемку к данному узорчику я прилагаю сюда, она хорошего качества, читабельно, немножко светленькая, но хорошего качества. И мы будем смотреть на эту схемку. По схемке получается раппорт узорчика у нас будет 21 воздушная петелька. Давайте сделаем чуть побольше. Образец наш, мы его увеличим, да, в 2 раза. Ну и чтобы красиво закончился. Итого, в общем, мы с вами наберем 54 аж воздушные петельки. Договорились? Давайте. Схемка ходит в свободном доступе по интернету. Так что, как бы... Пользуйтесь, вяжите на здоровье. Петелька фиксации. Все как всегда. Мы ее при наборе петелек не считаем. Итак, 54 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Вот наш будущий образец. Итак, что делаем дальше? Дальше у нас выйдет, да, по схемке. У нас будут воздушные петельки. И новички, чтобы не запутались, я предлагаю сделать вам первый ряд вспомогательный, чтобы вы действительно видели все петельки столбиками. И вот тут вопрос. Можете столбиками с накидом, полустолбиками с накидом, столбиками без накида. Да? Мне удобнее будет столбиками с накидом. Я делаю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее считаю 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ввожу крючок. Вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Это получился столбик с накидом. Вы можете здесь, да, для удобства провязывать столбик, например, полустолбик. Вот смотрите, сейчас покажу. То есть накид, в следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем все 3 петельки сразу же. Оп. Опять в следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем все 3 петельки. Оп. Понятно? То есть столбики, видите, чуть пониже. Вот этот наш высокий, да, самый первый. Эти чуть пониже. Вот, как вам удобно, так и делайте. Угу. Мне просто для наглядности, чтобы вам все было видно, я буду делать столбики с накидом. Угу. Итак, идем дальше, возвращаемся. Опять накид, следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. Накид, следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки. И так далее, это столбики с накидом. Мы с вами провяжем, ну вот кто новички, да, вспомогательный ряд. Опытные мастерицы, можете не вязать данный ряд, можете приступать непосредственно к самому как бы, образцу, к узорчику. Договорились? Вот. Итак, вот столбики с накидом. Не забываем, что самые первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом. Поэтому, когда вы будете просчитывать все столбики, его тоже считайте. И если я, например, набирала 54 воздушные петельки, то у меня по итогу должно получиться 54 столбика с накидом. Если вы набирали свое количество петелек, то просто смотрите, количество воздушных петелек в цепочке и количество столбиков должно быть одинаковым. Все, ничего сложного. Давайте до конца ряда вот так вот провязываем, а в конце ряда встречаемся, я показываю узорчик. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такую вот вспомогательную дорожку для себя, да, провязали. Теперь можем приступать непосредственно к узорчику. Нам будет так намного легче, нежели работать просто с петельками цепочки. Итак, смотрите, воздушную петельку раз, поворот, и сюда же, где мы только что делали воздушную петельку, ныряем в верхушечку столбика и провязываем столбик без накида. Есть. Далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А в столбиках пропускаем здесь всего лишь 2 столбика. Раз, два. И в следующий столбик делаем накид и провязываем столбик с накидом. Раз. Далее в следующий столбик столбик с накидом 2, в следующий столбик столбик с накидом 3 и в следующий столбик столбик с накидом 4. Вот. То есть у нас столбик без накида, вот такая вот арочка из воздушной петельки и 4 столбика с накидом. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И получается пропускаем в столбиках тоже 3 столбика. Раз, два, три. К 4-му столбику идем и провязываем столбик с накидом. Оп. Вот такое вот получилось у нас окошечко. Первый столбик провязали. Второй столбик с накидом провязали. Опять делаем окошечко. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А тут получается в столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й делаем накид, ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. И точно так же продолжаем. 2-й столбик с накидом провязываем. 3-й столбик с накидом провязываем. 4-й столбик с накидом провязываем. Согласитесь, столбики намного удобнее. Так? Теперь смотрите. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Но в столбиках пропускаем всего лишь 2 столбика. Раз, два. В 3-й столбик ныряем и провязываем здесь столбик без накида. Вот. Вот раппорт нашего узорчика. Видите? Сейчас мы будем повторять все то же самое, что мы делали от самого начала. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И с 3-го столбика начинаем провязывать 4 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И следующие 2 столбика провязываем 2 столбиками с накидом. Раз, два. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в следующие столбики провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, три и 4. Угу. Красота. Все, переходим опять к нашим арочкам из 3 воздушных петелек и столбиком без накида. Итак, раз, два, 3 воздушные петельки. В столбиках пропускаем всего лишь 2. Раз, два. И ныряем, делаем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Здесь пропускаем всего лишь 2 столбика. Раз, два. И в 3-й столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Поняли, да? Вот. Наши 2. Получается вот этот. Раз, раппорт узорчика, 2 раппорт узорчика. Здесь мы просто красиво закончим. Итак, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Пропускаем в столбиках 1, 2, 3 столбика. И вот у нас остаются последние 2 столбика. Мы их провязываем, как обычные столбики с накидом. 1 столбик с накидом. И вот в 3-ю петельку подъема ныряем предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. Вот. Вот такой вот у нас будет интересный, несложный, да, доступный, понятный рядочек. Продолжаем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Вот, первый столбик, получается, мы провязали. Так. Теперь, смотрите, во второй столбик мы будем провязывать за верхушку. Сразу же 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Эти 3 воздушные петельки будут с протяжением всего узорчика. Да, они будут как бы разделять узорчики такие вот. Идем дальше. Вот наши 4 столбика стоят. Смотрите, как мы их провязываем. Первый столбик, смотрите, ввели крючок, да, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 1, не до конца, стоп, накид. И во второй столбик точно так же ввели крючок, вытянули ниточку, 2 петельки провязали, 2, так вот. А теперь все 3 петельки на крючке провязали вместе, оп, то есть мы провязали 2 столбика, у нас получается они вместе провязаны с одной вершиной. Следующий столбик мы провязываем как столбик, обычный столбик 1 с накидом, есть. А последний, 4-й столбик мы провязываем, смотрите как, столбик с накидом 1 и сюда же столбик с накидом 2. Вы увидите, что у вас вот эти вот по 4 столбика будут, и они будут у вас так наискосок уходить. Очень интересно. Мы таким же способом с вами вязали один из баклусов. Кто видел, кто помнит. Идем дальше. Дальше у нас получается 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И мы направляемся вот к этому столбику без накида. И цепляемся за него и провязываем столбик тоже без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И провязываем вот эти наши 4 столбика. В первый столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Следующий столбик, второй столбик, 1 столбик с накидом. А последний, 3-й, 4-й столбик будем провязывать вместе. 1, 2. И теперь все 3 петельки вместе. Оп, понятно? То есть вы увидите, как у вас вот эти вот 4 столбика с одной стороны будут идти как бы к центру, и с другой стороны также навстречу будут идти. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Следующие наши 2 столбика. Мы их будем провязывать в каждую верхушку по 2 столбика. 1, 2. Есть. И во второй столбик точно так же. 1, сюда же 2. Угу. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И дальше, получается, вы повторяете все то же самое, что мы с вами только что провязали. Понятно? То есть здесь, получается, у вас вот здесь 4 столбика будете провязывать вначале 2 столбика вместе, 1 столбик, а из последнего столбика будут у вас выходить 2 столбика. Понятно? Точно так же. Потом вот такой же паучок. 4 воздушные петельки, столбик, 4 воздушные петельки. И точно так же, как вот здесь вы провязывали 4 столбика, точно так же будете провязывать и здесь. То есть вначале вы провяжете 2 столбика с одной, как бы из одной верхушки 2 столбика, второй столбик обычным столбиком, так, и 3-й, 4-й провяжете вместе. Понятно? Все. Схемка перед вами. Повторяйте вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Вот такая вот красота. И смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. Вот после последних вот этих 4 столбиков мы с вами делаем воздушные петельки. 4 воздушные петельки, да? Итак, 1, 2, 3, 4. И вот у нас заканчивается ряд столбиком без накида. Мы ныряем непосредственно в этот столбик и провязываем тоже столбик без накида. Ничего сложного. То есть повторяем весь наш узорчик. Идем дальше. 1 воздушная петелька. Поворот. Сюда же опять ныряем и опять делаем столбик без накида. Есть. Далее провязываем точно так же 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И будем присоединяться вот к нашим столбикам точно так же, как мы провязывали. То есть за первый столбик, за верхушку первого столбика мы провязываем сразу же 2 столбика с накидом. 1, 2. Второй столбик мы провязываем просто один обычный столбик с накидом, а третий, четвертый тоже провязываем вместе. Раз, третий, два и три петельки вместе провязали. Оп, понятно? Вы увидите, он будет потихоньку-потихоньку наклоняться у вас, данный рядочек. Итак, идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот у нас, получается, было 2 столбика. Потом мы провязали, сделали 4 столбика. Теперь смотрите, за первый столбик, за верхушку беремся и провязываем за первый столбик 2 столбика с накидом. Поняли, да? То есть из верхушки первого столбика вышли 2 столбика с накидом. Следующий, получается, раз, два. Вот эти столбики провязываем по одному. Раз столбик, два столбик с накидом. И последний столбик, который у нас остался из 4, да, раз, два, три, 4. Вот этот 4 мы провязываем точно так же. 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. То есть по итогу у нас было 2, 4, 6 столбиков. Видите, да? Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И далее провязываем наши 4 столбика точно так же, как в предыдущем ряду. То есть вот эти вот первые 2 столбика мы провязываем вместе. Так, следующий 3-й столбик 1 столбик с накидом, а из 4-го, да, выйдут, получается, 2 столбика с накидом. Раз и 2. Чтобы не запутаться, где вы будете провязывать 2 столбика, а где вы будете провязывать столбики вместе, ориентируйтесь вот на этого паучка здесь в центре. То есть когда к нему идут столбики, направляются, то около него вяжутся по 2 столбика. Дальше от него вяжутся 2 столбика вместе с одной вершинкой. Попробуйте обязательно, сами свяжите, у вас получится. Угу. Итак, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять присоединяемся к столбику без накида. Вот, у нас начинает вырисовываться вот такой вот паучок. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И договорились, все, что ближе к паучку, да, получается, мы провязываем здесь 2 столбика. Значит, здесь первый столбик, мы из него провязываем 2 столбика. Есть. Дальше. Следующий столбик провязываем одним столбиком. И последние 2 столбика провязываем вместе. Раз. Столбик с накидом, естественно. 2 столбик с накидом. И теперь 3 петельки вместе провязываем. Оп. Понятно? Вот такая красота. То есть вот начало ряда, это половинка этого паучка. Поняли? Вот, теперь ваша задача. Дальше провязывайте. Получается, мы провязали паучок и провязали вот этот вот столбик, да? Паучок и вот этот вот столбик. Дальше продолжать точно так же по узорчику до конца ряда. Смотрите схемку, у вас получится. Договорились? А я вас встречу в конце ряда. Давайте. Так, смотрите. Я надеюсь, у вас точно такие же паучки появляются, да? Аккуратненько, ровненько. А здесь, получается, начинает вырисовываться такой вот ромбик. Итак, смотрите. Заканчиваем непосредственно как ряд, да? Первый, получается, 2 столбика мы провязали вместе. Так. Третий столбик мы провязываем одним столбиком. Смотрите. И вот у нас 3 петельки подъема мы провязываем просто обычным столбиком с накидом. Как бы ничего сложного. А далее у нас идут 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И следующие 2 столбика мы провязываем обычными столбиками с накидом. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. А вот этот вот наш самый последний столбик, да, мы провязываем, здесь будем провязывать 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же провязали 2 столбик с накидом. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И здесь будьте внимательны, как мы будем провязывать. То есть мы будем закрывать наших паучков. Итак, вот эти вот первые 2 столбика, раз и 2, мы провязываем вместе. Раз, следующий, 2, провязали вместе. Оп, так, смотрите, следующий столбик идет, мы провязываем его 1, далее следующий столбик, да, последний 4-й, провязываем из него 2 столбика, раз столбик с накидом, и сюда же 2 столбик с накидом. Так, то есть пока все то же самое, как было в предыдущих у вас рядах. А теперь мы должны сразу перепрыгнуть. То есть мы пропускаем весь паучок и сразу перепрыгиваем вот к этим 4 нашим столбикам. И провязываем, как мы и провязывали. То есть за первый столбик мы провязываем 2 столбика с накидом, 1 столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Так. Следующий столбик с накидом у нас будет 1. И оставшиеся два последних мы провязываем вместе. Раз, два, и все три петельки вместе. Оп, понятно? Вот. Вот так вот получается наши рядочки вот эти вот сошлись, а в центре сидит паучок. Красота, красота. Идем дальше. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот, мы должны будем увеличить опять наш, получается, вот эту пирамидку. За первый столбик мы привязываем 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же. Два. Далее мы с вами провязываем, получается, 4 столбика наших. Раз, два, три, 4. Провязываем по одному столбику. Раз, столбик с накидом. Два, столбик с накидом. Три, столбик с накидом. 4 столбик с накидом. И смотрите, вот этот последний столбик мы провязываем за верхушку 2 столбика. Раз. И сюда же. Сюда же. Сюда же 2. Видите, наша пирамидка такая вот растет. У нас, получается, было 2 столбика, 4, 6, уже 8. Угу. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. И провязываем вот этот вот наш, да, колонну вот такую вот. Точно так же, как мы провязывали до этого. То есть первые, получается, столбики мы будем провязывать вместе. Следующий столбик будет у нас 1. И последний из 4, вот этот вот, мы провязываем сюда прям 2 столбика. Раз, и сюда же 2. И сразу же перепрыгиваем, прячем нашего паучка, сразу перепрыгиваем к этим столбикам. То есть первые у нас будут 2 столбика. Раз, и сюда же 2. Следующий столбик 1. И последние 2 столбика провяжем вместе. Раз, два, и вместе. Оп. Понятно? Все. Несложно, несложно. До конца ряда самостоятельно. Вот. Вырастает пирамидка, прячутся паучки. Все, давайте. В конце ряда я вас встречаю, у вас получится. Так, смотрите. Все здорово получается. Паучки попрятаны. Для новых паучков начинают делать новые домики, да? Итак, смотрите. Этого паучка же тоже спрятать надо. Поэтому после вот этой колонны из 4 столбиков, что мы делаем? Столбик с 3 накидами. Видите, сколько у нас получается петелек на крючке. И ныряем вот в этот столбик без накида. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот такой высокий получился столбик. Это столбик аж с 3 накидами. Все, краешек выровняли. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, провязываем вот эти наши 4 столбика. Каким образом? Вот эти, получается, столбики. Раз, два. Мы с вами провязываем обычными столбиками с накидом. Раз столбик с накидом. Два столбик с накидом. А вот эти вот столбики мы провязываем вместе. Раз, два. И все 3 петельки провязали вместе. Оп. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот на эту нашу пирамидку. Смотрите как. Вначале провязываем за первый столбик. Провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Следующий столбик мы провязываем 1 столбик столбиком с накидом. Есть. И последующие вот эти вот 2 столбика мы провязываем вместе. Раз. 2 и 3 петельки провязали вместе. Оп. Есть. А вот теперь будьте внимательны. Нам здесь с вами необходимо будет сделать 11 воздушных петелек. Формируем паучка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Возвращаемся к нашим столбикам. Вот, на этом столбике мы остановились. Так. Делаем накид. И следующие вот эти вот 2 столбика провязываем вместе. Раз, два, и вместе провязали все 3 петельки. Оп. Следующий 1 столбик провязываем как 1 столбик. И последний столбик будем провязывать. Раз столбик, и сюда же 2 столбик. Понятно? То есть у нас как бы наш ромбик вот такой вот увеличивается. Видите? Он расходится теперь в разные стороны. А здесь у нас по центру будет паучок. И вот так вот будет его окружать вот такой вот наш вот ромбик. Поняли? Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И теперь вот этот вот ромбик, да, мы должны с вами сузить полностью до минимума. Итак, вот эти вот первые два столбика провязываем вместе. Раз, два. И теперь все вместе. 3 петельки. Оп. Так. Есть. Далее следующие 4 столбика провязываем просто по столбикам. Раз столбик с накидом. Два столбик с накидом. Следующий. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. И вот эти последние 2 столбика провязываем вместе. Раз, два, 3 петельки провязали вместе. Оп, понятно? Вот. Вот у нас будет так вот закрываться наша вот эта вот пирамидка. Понятно? Здесь она будет раскрываться, а здесь будет закрываться. Все, ничего сложного. Теперь ваша задача здесь провязать точно так же 3 воздушные петельки, да? Потом вы провязываете 2 столбика из одного столбика, 1 столбик, 2 столбика вместе. Опять 11 воздушных петелек. Угу. Точно так же, как здесь. Повторяйте. Все так же повторяйте. Здесь обратно опять сужаете в такую пирамидку, да? Все, ничего сложного. Давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречу. Так, смотрите. Вот мы приготовились к нашим паучкам. Так, а вот здесь у нас такая ситуация, что у нас здесь получается тоже, да, пол паучка будет. Смотрите, как мы это делаем. Все то же самое, да, 4 столбика здесь сделали, провязали. То есть вначале провязываем 2 столбика, с одной верхушки 2 столбика. Потом 1 столбик провязали и следующие 2 столбика провязали вместе. А теперь смотрите. Провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И нам же надо как-то выровнять, да, наш край. Поэтому делаем опять столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. И вот, получается, у нас были 3 петельки подъема предыдущего ряда. Мы ныряем в 3-ю петельку аккуратненько и провязываем наш столбик с 3 накидами. Итак, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Все, тут будет расти наш следующий паучок. Далее, воздушная петелька, поворот. И провязываем сюда же, вот в этот большой столбик, провязываем столбик без накида. Есть. Далее, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И будем окружать нашу вот этого половинку паучка. То есть вначале все, что ближе к паучку, да, мы будем здесь провязывать, смотрите как. Вот эти столбики у нас провязываются 2 вместе. Раз. 1 столбик, как 1 столбик. И следующий столбик мы провязываем 2 столбиками. Раз столбик и сюда же 2 столбик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваем к нашему ромбику, да, который мы, получается, закрываем. Что мы делаем? Первые 2 столбика точно так же провязываем вместе. 1, 2. И провязали все 3 петельки. Оп. Идем дальше. Следующий получается у нас с вами 2 столбика. Провязываем по 1. 1 столбик. И следующий столбик. 2 столбик. И оставшиеся 2 столбика мы провязываем опять вместе. 1, 2 и 3 петельки вместе. Оп. Видите? Получается, вот эта наша пирамидочка, она еще сужается. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваем, получается, вот к нашим паучкам, назовем их так. Итак, смотрите. Вначале мы здесь будем провязывать каким образом? Столбики. 1 и сюда же 2. То есть вы видите, да, уже по узорчику, что они расходятся в разные стороны. Следующий столбик. 1 столбик будет. Так, и следующий, получается, вот эти 2 столбика мы провязываем вместе. 1, 2 и провязали вместе. Оп. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот, получается, мы можем вот так вот зацепиться, да, а можем просто посчитать 4 петельки. 1, 2, 3, 4, да, воздушные петельки. Еще раз. 1, 2, 3, 4. В 5-ю прицепляемся таким вот образом, как бы это будет центр. И провязываем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Помним, да, что у нас эта полосочка расходится. Значит, мы, получается, провязываем. Здесь у нас будет 2 столбика провязываться вместе. Следующий столбик 1 провязываем как 1 столбик. И последний столбик провязываем 2 столбика. 1 столбик и сюда же 2 столбика. Поняли, да? То есть вот Вот наш паучок. Вот наш паучок. Вот расходятся наши вот эти вот дорожки. Понятно? Тут они у нас сходились. Принцип заметили, как мы здесь провязывали столбики, да? То есть все, что ближе к паучку, мы провязывали здесь по 2 столбика, да? А здесь наоборот, 2 столбика провязывали вместе. А здесь, получается, наоборот. Все, что ближе к паучку, мы провязываем вместе. Все, что дальше от паучка, мы провязываем, получается, по 2. Поняли? Смотрите схемку, пробуйте обязательно самостоятельно. Все, дальше самостоятельно. То есть вы опять здесь сужаетесь, так? Здесь продолжаете дорожку и доделываете еще одни лапки для паучков. И так далее до конца ряда. Давайте, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, пирамидки закрываются, паучки растут. Вот как мы заканчиваем непосредственно наш ряд. Вот 2 столбика провязали вместе, 1 столбик как 1 столбик. И последний, получается, вот эти 3 петельки подъема будем провязывать просто обычным столбиком с накидом. Все, ряд наш закончился, да? Видите, вот так, оп, уменьшается наша пирамидка. Идем дальше, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, поворот. И теперь, чтобы закрыть полностью, да, пирамидку, видите, над паучком, мы вот эти последние 2 столбика провязываем вместе. 1, 2 и 3 петельки вместе. Оп. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем здесь все точно так же. То есть мы расширяем, да, получается, для нашего паучка место. Поэтому первый столбик провязываем 2 столбика. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее у нас с вами получается 1 всего лишь столбик с накидом. И оставшиеся 2 столбика провязываем вместе. 1, 2. И провязали все 3 петельки вместе. Оп. Далее выращиваем нашего паучка. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот наш столбик без накида. Присоединяемся к этому столбику тоже столбиком без накида. Есть. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И перешагиваем вот к нашим этим 4 столбикам точно так же. То есть первые 2 столбика провязываем вместе. Так, следующий столбик 1 столбик с накидом. И последний столбик провязываем 2 столбика. 1 столбик и 2 столбика. Угу, вот. Еще больше расширяем место для паучка. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А здесь, получается, наоборот, сужаем нашу пирамидку. То есть, как мы здесь провязываем? Первые 2 столбика вместе. 1 столбик. 2 столбик вместе. Оставшиеся 2 столбика тоже вместе. 1 столбик, 2 столбик вместе. Поняли? Вот. И все. И то же самое продолжаем дальше. 1, 2, 3 воздушные петельки. Тут опять же расширяемся для паучка, поэтому первый столбик провязываем 2 столбика, 1 столбик. И сюда же у нас будет 2 столбик. Поняли, да? Все, давайте. Вот так вот до конца ряда. То есть вы здесь будете повторять все то же самое, что мы провязали вот здесь с паучком нашим. Расширились, паучка доделали. Получается, здесь тоже расходимся по сторонам, а здесь, наоборот, мы соединяем нашу пирамидку. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот вырастает наш, получается, домик для паучков, да? Вот, смотрите, здесь, получается, я провязала последние вот эти 4 столбика, сделала 4 воздушные петельки и присоединила вот к столбику без накида таким же столбиком без накида. Ничего сложного. Воздушная петелька, поворот. И сюда же мы опять делаем в этот столбик без накида, делаем еще 1 столбик без накида. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот здесь внимательно. Вот эти вот наши 4, получается, да, столбика мы провязываем просто обычными столбиками с накидом. То есть никаких прибавок, никаких убавок. 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Здесь мы все настолько убавили, что у нас осталось здесь 2 столбика. И мы провязываем точно так же, без убавок, без прибавок. 1 столбик, 2 столбик. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И получается, следующие вот эти вот наши 4 столбика будем провязывать точно так же, без прибавок, без убавок. Итак, первый столбик. 1 столбик. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. И 4 столбик с накидом. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Лапку паучка делаем, да, опять. Итак, вот там, где у нас был столбики без накидов, присоединяемся и провязываем точно так же столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И переключаемся к нашим столбикам. Опять провязываем без убавок и без прибавок 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Угу. Вот. И вот так вот до конца ряда 3 воздушные петельки. Здесь, получается, у нас уже осталось всего лишь только 2 столбика. Все. Без убавок и без прибавок. 1, 2. Все. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. У вас получится красота. Итак, смотрите, довязали до конца ряда, закончили 2 столбиками с накидом. И если вы сейчас внимательно посмотрите, да, вы вспомните, что вот точно так же, вот этот ряд точно такой же, который мы вязали в самом-самом начале. Это первый ряд. То есть далее, видите, вот наша пирамидка так вот растет, 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 и потом сажаем туда паучка. Вот, тут она, получается, закрылась, теперь опять она будет расти, 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 и мы посадим паучка. Поняли? А вот здесь, получается, мы наоборот, вот он, закрывается домик для паучка. Вот мы сейчас будем закрывать наш домик для паучка. Как вам? Супер! То есть сейчас вот наш вертикальный раппорт узорчика готов полностью. И мы уже первый ряд провязали следующего, да, раппорта узорчика. Не сложно? Не сложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, да, сделаем хотя бы еще один раппорт и посмотрим, что в итоге получается. Смотрите, как необычно и интересно, да? Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала, получается, да? С вами вместе мы провязали 1 раппорт узорчика, потом я провязала 2 раппорт, еще чуть дальше, потому что увлеченно, очень, очень интересно, очень легко вяжется. Гляньте, какая в итоге получается красота. Понятное дело, что узорчик у нас будет двусторонний, да? Выбирайте, какая сторона вам нравится. В первую очередь, конечно, на ум приходит, можно использовать палантинчики. Ну что, все палантины, да? Давайте будем думать, возможно, это кардиган. Если ниточка будет потолще, это может быть снуд, шарфик. Да? Если это будет ниточка летняя, это может быть летний кардиган. Может быть, кофточки. Класс. Жду ваших комментариев, куда можно использовать данный узорчик. И смотрите, вот мы с вами, получается, набирали 54 воздушные петельки, да? Если это же плотность вязания, этот же крючок, да, эта же ниточка, то это получается 20, ну, практически 8 сантиметров. И тут, получается, если 2,5 раппорта, то это, ну, 17,5 сантиметров. Очень интересно. Ниточка шикарная. На камеру, конечно, передается как серый цвет, но повторюсь, что это такой нежный, но в то же время грязный сиреневый цвет. Очень красиво. Если встретите, да, данный цвет, конечно, обратите внимание. Необычно. И металлик, конечно, придает свою, так скажем, яркость, праздничность. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Да, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появится новое видео на канале. А также под видео находится стрелочка. Нажимайте «Поделиться с друзьями» в соцсетях. Делитесь. Заранее спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.